Вы ранее судимый? Да, по 158-й этаж. Что за статья? Кража. Вот за что заставили в отдел полиции? За совершение кражи. Чуть поподробнее расскажите, пожалуйста, что за кража, где происходило? Ну, в первой Махачкале. Адрес точно не помню, в пятиэтажном доме. В подъезде. В подъездах лазал закладки и сковы. И дверь приоткрытая была на первом этаже. Не нараспашку, просто чуть-чуть. Когда он не спускался, обратно смотрю, также приоткрыта она была. Когда поднимался, была приоткрыта, и когда спускался. Приоткрыл, вынул, коридора никого не было. Телевизор как был включенный. Дальше заглянул. Боковым зрением увидел комод в спальне. И на комоде шкатулка была. Подошел, приоткрыл, увидел изделие. И забрал, поставил под мышку шкатулку и вышел. А что сделали с покупкой? Там сумма денег была 40 тысяч. Их потратил, а изделия не тронул. Ну, убрал они, лежат. Где они лежат? Недалеко, где я проживаю. А деньги 40 тысяч рублей на что потратил? Большую часть на закладки отдали. Чуть потратил. А вы чем занимаетесь? Я фрукты и овощи торгую. Ну вот закладки, говорите, вы искали. Сейчас за закладки отдали. Да. Ну, периодически употребляю.